В Индии установили новый мировой рекорд по скорости завязывания галстука. Доктор Дипак Сарма, известный как индийский человек-галстук, завязал классический виндзорский узел за без малого 18 секунд. Секундомер был остановлен на отметке в 18,22 секунды, но позже судьи признали, что на самом деле он справился немного быстрее. Предыдущий рекорд принадлежит киприоту и превышает нынешний на 2,5 секунды. Согласно книге рекордов Гиннесса, в 2008 году был установлен рекорд в 20,27 секунды. Сегодня я своими усилиями побил его, уложившись в 17,91 секунды. И очень горжусь этим. Узел Виндзор был назван в честь британского герцога Виндзорского, который сделал его популярным. Такой тип завязывания галстука представляет собой крупный симметричный треугольный узел, имеющий большую ширину, чем высоту. Его особенность – аккуратные складки под узлом. Дипак Сарма из западного штата Гуджарат работает в банке и коллекционирует галстуки. У него их более 3000. За плечами у коллекционера уже есть несколько рекордов по завязыванию галстуков. И его имя вписано в индийский аналог книги рекордов Гиннесса. Судейская комиссия нового рекорда сообщила, что видеозаписи и все доказательства уже отправили представителям книги Гиннесса, чтобы рекорд был внесен и туда.